И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. Ну и по названию вы видите, что будет, а по факту, ну вы, ну сейчас, думаю, догадались, да, ну гарпун, ну транквил гарпун, ну камон, ну, короче, за музиком пойдем за музиком, хочу музика, пойдем за музиком, музик, иди сюда, музик, точнее, плыви сюда, мазазавр. Это магмазавр. А где мо? Потому что мо, блин. Ма? Мо? А он может быть икс-мазавр. Он, конечно же, может быть икс-мазавр. Конечно же, 150-й. Чекер. Собака задиспавнился, тот мой 150-й. Ну и пошел ты. Давай 40-го найдем. 145-й даже есть. Ну, по хпшечке вот и по басяби. Апа! Ё-моё. Хотя ты тоже басяба, я смотрю прям вообще огонь, потому что близко. Так, где ты? Вон там ты. 19 транквил гарпунов. Где плавится металл? О, кстати. Кстати. В чем прикол? Смотрите. Ты куда перескочил? Вот если в цементной пасте создаем фрагмент панциря. Прикольная цементная паста. Короче, если брать вот этот вот фрагмент панциря и перерабатывать в хитин, получаем 50. Но если изготавливать из фрагмента панциря цементную пасту, он использует его как единичку. Ну вы поняли. То есть, либо ты тратишь единичку хитина и получаешь один, ой, сколько там, или две даже, и создаешь цементную пасту, либо ты его измельчаешь и получаешь 50 хитина. Ну, короче, как-то да. Как-то смешно. Так, что в итоге мне нужно? Броньку нужно. Мы сейчас будем плавать, и там будет чутка жопошно. Ё-моё, сколько всякого говна. Господи, это все переработать нельзя! Ужасно, отвратительно. А что поделаешь? Даже не отвратительно, а обидно. Обидно, столько всякого хлама, и столько я бы мог от этого ресурсов получить. Блин, так, что мне нужно? Мне нужны боты. Есть какие-нибудь ботинки? Ботинки. Может так и называется, ботинки. Чё туплю? О, хитиновые ботиночек! Кайф! Вот это хорошо, спасибо. И... штаны. Это... полимер, где я тебя столько выстрел? Вот это, конечно, говно. С одной стороны, с другой стороны, блин, здесь прочности в говне. Ладно, возьмем их так, если в что, там переодену. Гарпуняха. Арбалета у меня нет, да? Ух, второй гарпун не хочу делать. Ладно, возьмем на всякий случай арбалету. Так, погоди, а стрелы здесь есть у меня, или я все выкинул? Ой, да ладно, не надо говорить, что я их все выкинул. Я их что, все выкинул? Ах, все выкинул, у меня только транквил стрелы остались и чуть-чуть. Серьезно? Ну, я, конечно, могу, но я не думал, что настолько. Ну, я, конечно, красава. Обалдеть, стрелы создавать придется. Для чего мне стрелы? На случай обороны. Вот так-то. Гарпун у меня занятый, поэтому вариантов нету. Придется обороняться стрелами. А! Побежал один такой томить, не взяв с собой ни мяса, ни с чем разбивать топор. Мазазавр. Я думаю, для него точно так же баранина. Я надеюсь, для него точно так же баранина проканает. Вот. Я очень на это рассчитываю. Эп. Ну что? Ныряем.
Кстати, да, птичек все больше и больше летает вокруг здесь, классно. Некая своя атмосфера, фауна. Уху! Да. На дельфинчике было бы быстрее. Намного быстрее было бы на дельфинчике. Но самое главное, чтоб на меня никто не напал. Музик прям вообще в упор я смотрю. Прям кайф такой, прям. Вау! Кстати, да, сырая баранина. Ух, хорошо. Но мне не нравится, что 5 штук для того же нужно. Ой, да идите в жопу, рыбки. А еще мне нравится, что там что-то много всякого. Водоворот. Водоворот. Это был водоворот? Но он, походу, дело исчез. Вот он, Мазазява. Мазазявр. Так, сырая баранина на 18. Нормас? 20 взял, серьезно. Ну, будем считать, что повезло. 29 тысяч, короче, торпора. Окей. Будем сетовать только на свою броню. Сколько торпора? У меня гарпунов не хватит. Мадам, простите. Быканул. Я не думал, что столько надо. Офигеть! Мне, короче, гарпунов 30 нужно, да? Ужас! Заодно баранину возьму. Дополнительно. Кошмар! Вот честно, я не думал. Кстати, сейчас давай проверим. Оп-оп-оп. Вот эти трупы возьмем. Трупы возьмем. Господи. Где ты, баранинка? Давай вот так вот еще бараники возьмем. Не сюда. Давай 15. Не, лучше 20. Офигеть. Вот это неожиданность. Погнали, я попробую вот это говно переработать. Переработается или нет? Так, вот это забирай. Серьезно? А знаете, в чем прикол? Это эти были, которые мне выдали с этого. Кстати, наверное, звук был очень громкий, когда я удивился. У меня просто аж вибрация по столу пошла, насколько я удивился от голоса. Короче, это, если вы забыли, это те, которые были, ну, то есть дали мне на халяву, когда я пришел проходить миссию по убийству насекомых. Такая приколюха. Интересно, интересно. Так, меч мне точно не нужен, а вот хилочка, я думаю, мне пригодится. На всякий случай под водой плавать, чтобы. Транквил, дратотяки. Дратотяки, давай. Дратотяки, сройся быстрее. Я без понятия, как томить мозю. Ну, то есть, прям конкретно, я не помню ничего никак нигде. Я знаю то, что я смотрел и видео, и так далее, и сам или томил, или пытался томить, честно, я уже не помню. Но, блин. Мать всяка. Текс. Всплываем. Ловушка, конечно, хорошо. Но строят ловушку там, где ты можешь, точнее, они могут просто всплыть вверх, ну, такое себе. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. А чё это с ФПС? А что это у меня так тут плохо все? Стало почему-то. Не-н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 е. 9. Ты что, серьезно? Так. Отлично. Пока что мне везло, а сейчас нет. План капкан. А, не, подожди, ты их не сожрешь. Да ёб твою ж за ногу. Ты серьезно? А что здесь такого, что
он это... Блин, промахнулся. Что здесь такого, что так FPS сжирает на дне? Я что-то не понял. А вот так уже получше стало. Интересно, что там такое на дне у нас творится. Эх, ты ж. Торпор спадает, куда ты? О, короче, стрелять в упор надо. Вот все, что я могу сказать. Так, ну окей, вот так застревает, это прям Найс тема. Норм, хотел сказать, потом найс, потом норм, хотел... Ну, вы поняли, короче. Чуть ли не норм не сказал. Хотя я это сказал, так что че я оправдываюсь. Ах. Ну, слушай, пока что везет. О, отлично, я думаю, промахнулся. Мози, пожалуйста, не кушай меня. Мы с тобой еще хотим подружить потом. Угу. Чё это там ты делаешь? Это же этот. А, да ты серьезно, я промазал. Кальмар, мать его. Этот. Я попал. Да что такое? Почему тут все так плохо с ФПСами, мать вашу? Нет, я бы хотел бы отсюда уплыть, но он не пытался. Я же пытался уже отплыть, он просто отогрелся, как бы, и все. Ну то есть это. Да ты серьезно, у меня просто может сейчас дротиков не хватить из-за того, что я промахиваюсь. Да пошел ты! Ну, дротиков, ну, гарпунов, вы поняли. Блин. А, это штанцы. Штанцы ожидаемо. Все нормально. Я ждал, что останусь с голой жопой. Поэтому я взял запасные штаны. Да что такое? Вот так всплываю, вот ближе, вот наверх смотрю, уже полегче становится. А вот здесь что-то какая-то фигня нездравая. Но трубу я отключить не могу. Потому что начнется жопа полная. Вызвать Диноса какого-нибудь, чтобы он атаковал, я тоже не могу. О, у меня гарпунов не хватит. Ёб твою ж за ногу. Ну и все. Ну и добрый вечер. Да-да-да-да-да-да, вот иди. Мать вашу. Сейчас начнут торпор спадать, и это очень плохо. Пошли вон, мелкие ублюдки. Отлично, зацепился. Ну погнали делать еще гарпуны. Блин, на то в меховых жопах бегаю. О, в смысле, штанах. Чё-то я забыл учесть то, что я промахиваюсь. Погнали быстрее. 20 гарпунов, я надеюсь, что мне хватит. Так, мазазяка. О, отлично, торпор не сильно спал. Но надо вот от этого говна точно избавиться. А если так? Блин, урон хороший, но... реализация будет говно. Подожди. Подожди. Время есть, давай сделаем чудо. Ну, в смысле, вот это вот. Да ты серьезно? Иди сюда, мать твою! Все, напал, иди сюда, гнида! Мы должны отвечать за свои действия. А ты серьезно, что ли? Кстати, я себе штанишки починил там. Металлические, так что у меня... Снова с бронькой все хорошо. Мози. Хочешь полечиться? Кушай меня. Да в смысле ты не хочешь полечиться? Я говорю, полечись. Ай, да иди нафиг, то понял. О, прям на меня летит.
И смотри-ка, какой красавчик. Отлично. Пошел тоже. Так, стоямбер. Теперь ищем Музю. О, привет. Привет, говорю. Стрелка, 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 стрелка. Вон. Музи, 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 музи. Вот там. Мне вот этот кальмар-то мне нравится. Ну, ладно, фиг с ним. Хоп. Место было вообще очень козырное. То есть застревает, все дела, никуда не двигаются. Ну, а что поделаешь? То есть, как бы... Стая агрессивных рыбок, пошли в сракотан. Сейчас самое главное, чтобы в этих в эту стаю рыбок не попадало вот это вот нас случайно. И будет все огонь. Попал, отлично. Добрый вечер! Мазазяка! Отлично, попал. Не-не-не. Сеструля, сорян. Ну, давай как-нибудь без тебя. Если отплывешь, можешь жить. Ой, не лагай, братан. Отлично, отлично. Живем, живем. План перехвата дался. Я тебе говорю, если отплывешь, будешь жить. Отлично, циклон. Вот это прям топовая была тема. Сейчас бы уже бы завалил бы и уже продолжил бы томить. Но отплывать ты не хочешь, я смотрю. Отлично. Так, Мозя, 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 Мозя. Идешь? Ну, тоже пойдет, допустим. Идешь меня кушать? Не хочешь меня кушать? Жаль. Хотя, с другой стороны, какая разница? У тебя там хп-то дофига еще. Ага, отлично. Похавала. Не знаю, кого, конечно, похавала, но похавала нормально. Да, блин, а, не попал. Просто смотрю, разворачиваются, думал, все, не попаду. А, не, нифига повезло. Да ты серьезно? Ураган, не... Ну, в смысле, в этот не плыви. Мысли, ты в пузырь залезла. Не, ну сиди там, конечно. Но надеюсь, ты не всплывешь вверх. Надеюсь, мне дротиков хватит в итоге. Это сейчас было серьезно, да? То есть мне серьезно может не хватить дротиков. Пара штук. Стой! Стой, не двигайся! Бляха-муха, нет, пропор спадает. Вот ж говно-то какое, так говно. Так. Стой, блин. Надо, наверное, поярче сделать, да? О-о-о! Как хорошо стало видно сразу. Отлично. Иди последний. Если бы еще попало. Где ты? Хавай. Так, 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 отлично, всех на себя агро. Ты там мисс, там мисс, там мисс. Всех на себя агро, чтобы тебя случайно не цепанули. А с вами я еще разберусь. Фух. Было, конечно, плотненько, если честно. Ну, отлично. Мозя, у меня есть для тебя хорошее седло. Ну вот, а теперь давайте-ка сюда. Подожди, 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 подожди. Управление, конечно, говно. Ну что ты откидываешь ты их не туда? Ты ж добыть должна была эту
этого, чтоб его. Ой, да пошли в жопу. Вы что, дурные, что ли? Я понимаю, что, извините меня, это обакакали. Ну, блин, вы должны понимать, что вам сейчас будет жопа чутка. Назад не плывет. Это прям очень удобно. Так, погоди-ка. А так? Ну, так уже получше. О, отлично. Ясно, почему он такой жаробасный был. Тутис. Ну иди сюда, блин. Как же ж это неудобно. О, прикольно, кит. Лексидис. То самое чувство, когда тебя слепили чернилами, а тебе пофигу. Yeah. Ну, конечно, очень даже неплохо получилось. Yep. Ой, давай еще один. И урон. Лучше говна, конечно, я тут выбил. А что я выбил нужного? Кстати, тоже можно выкинуть. Ну, черного жемчуга чутка выбил. Из такого уж там нужного. Прямо уж из совсем нужного. Это да. Ну отлично, что еще могу сказать. Плавает, конечно, быстро. Давай, всплывай. Хватит уже на дне, короче, ковыряться. Прям в упор к дому, короче, тусовалась. Вообще огонь. Супер. Платформу делать вообще не вижу смысла. Вот если уж на то пошло, да, так же ложится, как на всех этих. Платформу делать вообще не вижу смысла, потому что, ну, типа, камон, зачем мне здесь платформа? Ну, я вон, черепахину платформу-то не использую, чего уж говорить там. Так, всплывать на... Ага, Ctrl и пробел... Ну, для меня Ctrl, C получается, и пробел, это вообще никак не используется. Типа всплытие, и он только всплывает на ходу. Ну, окей. Да уж. И встать вот сюда прям очень крайне жопошно. Да. Очень крайне жопошно, так что просто называется забей. Легче просто вот так вот встать. Но зато я теперь точно могу сказать, я могу выполнить задание по убийству подводных динусов без каких-либо заморочек. Так, стоп. Мне нужно отцепить тебя так, чтобы ты еще за мной не плыл. Вот стой здесь. Стоишь, короче, на нейтрала. Ох ты ж, етишь. Почему я каждый раз забываю, где это находится? Видение.
В смысле, я опять не тот нажал? И нейтралка. Вот так. Все, отличненько. Клево. В общем, вот так вот как-то получилось. Что из этого получилось, можете написать в комментариях. А, вот, но... Блин, я не думал, что так много нужно транквила кидать на мозика. Честно, я не думал. Но повезло, повезло. И я смог притомить без каких-либо проблем. Ну а на сегодня уже что? На сегодня все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Мне кажется, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.